Всем привет, друзья! Вы на канале GameTuneRu, меня зовут Евгений, и мы продолжаем играть в Bioshock Infinite. Попали мы на остров монументов, и продолжаем, собственно, искать девушку. Интересно, когда мы ее сможем найти все-таки. Это будет вообще в конце прохождения, или уже вскоре. Теперь здесь давайте потянем рычаг, что это... Ой, вот она! Это она же. Элизабет. Красивая. Так, чем она? А, мечтает о Париже. Интересно. Так, ладушки. Ну, нам надо ее найти там. Ну это дальше идти, ну-ка. Запустить поиск лобби. А комната как бы для питания была написана. То есть столовая. Так, сейчас мы как раз, наверное, куда попадем. Так, ну не знаю, давайте посмотрим. Так, что у нас здесь? Понял. Чего-чего? Ого. Тут это плющит. Хорошо. Так, теперь куда нам? Так, сюда нельзя. Ага, поднимаемся. Как это все загадочно и нестандартно, друзья. Просто супер. Эти задания становятся все хуже и хуже. Голософон. Так, это камера. Ну, давайте потянем рычаг, что у нас будет здесь. Итак, она, Элизабет, стоит у окна просто. Сейчас, наверное, что-то будет. Так. Ну, не знаю. Ничего не случилось. Стояла она и стояла себе. Запустить поиск особи. Окей, нажимаем. Библиотека. Так, а здесь? А, ну да, то же самое нам показывает. То есть мы сейчас в библиотеку попадем все-таки или нет? Engine Revolutions Indicator 78. Ого! Holy shit. All right. I can do this. У статуи. Какой статуи? Что за статуя? Это... Так. Ага, вот дверь. Хорошо. Так, что-то мне здесь не нравится. Сейчас меня поджарит тут. Ого! Тихо, тихо, тихо. My name is DeWitt. I'm a friend. I come to get you out of here. Get away. Отлично. Нашли мы ее. Are you real? I'm real enough. He's coming. You've got to go. Why? You don't want to be here when he gets here. Just a minute. I'm getting dressed. Get you out of here. There's no way out. Trust me. I've looked. Stop it. You're too impatient. That's enough. What about this? What about it? This is the way out, isn't it? What are you... Give it to me.
Вообще прикольно, друзья. Это выход. А я-то... Сбегите из статуи вместе с Элизабет. Вау. Интересно. Так, назад уже я не могу вернуться. Мы побежали. Вот это началось. Давай, 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 давай. Ой, 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 ой. А, вот. Отлично. Так, минуточку. А, все. Call the elevator. What? The hell? Press the button. Отлично. А, ну да, вот мы вернулись назад. They were watching me all this time. Why? Why did they put me in here? What am I? What am I? You're the girl who's getting out of this tower. Ого! Это мне не нравится. Так, и что с ним делать? Отошла эта тварь от нас. Сбегите статуи вместе с Элизабет. Ну, ну да, нужно прыгать, я думаю. Отлично, она прыгнет. А где она? Ладно, наверное, она уже... Да, она впереди меня. Какая молодец. Так, наверху. Ага. Надо нам помочь открыть. Видимо, наверх. Поднимаемся. Так, ну это хорошо. Ой-ой. Лови! Надо цепляться нам за трассу. Отлично. Хорошо. Ну и статую мы точно уже свалили. А где она? Разгон. Отлично. О! Куда мы? А, ничего не понимаю. Окей. А вот этот грач. Тень. Опять у нас эти глюки. What do you want with her? Tell me what you want with her. Open this door right now. Are you going to hurt her? Tell me what you want. Так, ну давайте откроем опять. Anna? Гавань линкора. Мне разрешили говорить девочке все, что она хочет услышать, лишь бы она пошла со мной.
Чтобы узнать, как добраться до цели, нажмите N. Ну да. Об этом мы знаем. О, она нас спасла. Anna. Anna. No, it's me, Elizabeth. Are you all right? Where am I? Back in the land of the living. Here, let me. I'll be fine. You almost drowned. You need to... I said I'm fine. Just give me a minute. Она выглядит как из какого-нибудь мультика Диснея. It's music. Go on, I just... Okay, I won't be long. I won't be long, Mr. DeWitt. Так, опять мы отрубились, что ли, или чего? Уснули. Вау, это где? Where is she? Ну куда она реально пропала? Ну ё-моё. Найти Элизабет Сноу, ее надо искать. Ну, мне это не нравится. Боеприпасы для пулемета. А, вот у нас можно здоровье пополнить. Давайте немножко здесь обследуем все. You see a young girl, blue skirt? No? No. But I'm without an escort if you're looking to pass the time. А, что-то она какая-то молодая, говорит, не прочь провести с нами, со мной. Не прочь она провести с нами время. Так. Да, нам надо здоровья, больше здоровья. Ну это да, сейчас мы найдем, я думаю. Так, куда нам за ней направляться? Ага, вот сюда. I'm looking for a young girl. Who isn't, brother? Шутник. Airship. That could be our ticket out of here. Как нам вообще вернуться из этой Колумбии? О, а здесь что такое? Ну хоть деньги у нас не пропали. Содовая, ага. Так, все. Собрали. Вот у нас здоровье, конечно. Фиг установишь. Она здесь? Да, вот она пляшет. Так, ну что? Привлечь внимание. I don't dance. Come on, let's go. Why? What can be better than this? How about Paris? Paris? I don't understand. How could we get there? That's where that airship's going, but if you want to stay and dance, we can... No, let's go. Come on, let's go. Come on, let's go right now. Отведите Элизабет к дирижаблю первой леди. Anything like that before, have you? Да. Сказал, что нормальные пляжи не так пахнут. Watch this. I've heard that before. Что? It almost looks like a real ocean. It's just a set of elaborate pumps and rain catchers. Я столько сейчас уже сожрал всего, но у меня до сих пор неполное здоровье. Забавно. Вам нет нужды защищать Элизабет в бою. Она сама может за себя постоять. Хорошо. Мистер Дюэт, Комсток. I've read about him. They say he can see the future. Give a man a little power,
He falls in all kinds of love with himself. I don't like his look. Do you dislike the look of the prophet or his gaze? Can we leave now? Так, давайте осмотримся. Опа, еще сэндвич. Я уже не могу есть. А вот, наконец-то мы нашли аптечку и все. Сразу восстановили здоровье. Так, а где она? Наверное, а вот. I fall into the water, did you no favors? I'll keep an eye out for something that might... Да я вроде уже нашел все. Клетка или птица? Never mind. Look at these, they're amazing. Which one do you like more, this one or this? The bird is beautiful and the cage is somber, but there's really something special about it. Клетка или птица? I just can't decide. Давайте выберем птицу. The one on the right. Are you sure? I'm sure. I love it. Surprising. I expected the cage. If you're going to be a sore loser, then I shan't do this again. Now that's just sophistry. Так. И что? В чем разница? Are you all right? You know, it's my home. Maybe we should get out of here. Let's go. Why didn't the prophet foresee this? Так. Что-то музыка пошла настороженная такая, волнительная. Да, нам мы будем... Ой-ой-ой-ой. Тут всех обыскивают и требуют удостоверения. Что-то она задумалась. Куда она предлагает? Сейчас мы обойдем как-нибудь. I don't see the problem. All right, all right, quiet all down there, Pete. Let's go home Did and dry you yourself statue? Out. My God, what's так, happening? Да, пойдем лучше отсюда. Открыть дверь. Damn thing's locked. Как нам ее открыть? Ага, You're у нее. You're a roguish type. What does it look like? Done. Where did you learn to pick locks? Trapped in a tower with nothing but books and spare time? You would be surprised what I know how to do. Обыскать стол. Молодец, много она, значит, умеет у нас. Молодец. Так, денежки. Денежки у нас копятся постепенно. Hello, sir. Don't you pay me no never mind. Aren't we the well-to-do type? Foolishness, you know. Just monkey shines. Hey, Mr. DeWitt. Yeah. I found these silver eagles. There's a vending device over there. There might be something to bring you back to health. It's probably a good idea. Да, но у меня как бы и так были деньги. Торговый автомат. Ну, ничего нового пока здесь нет. Для автомата у нас максимальное количество патронов, да и для пистолета тоже. Кстати, друзья, очень это хорошо, что игра не превратилась просто в постоянное мочилово. Надо кого-нибудь отстреливать там. Разнообразие есть. И это замечательно. Так. Опа. Новый предмет. Шляпа. Контроль скорости. Улучшает торможение и ускорение на аэротрассе. Нет, я просто возьму. Одевать не буду. Так, отлично. А вот еще. We'd like to help you. Do I know you? Back at the lottery, you... А, да. Without you, we wouldn't have gotten away. Daisy always said somebody like you would come along. Они... Да, мы... Это мы их спасли. Там надо было, когда в них этот мячик 77 кинуть, я кинул ведущего.
они спаслись. И они меня сейчас за это благодарят. Точность на аэротрассах повышается. Ну-ка, давайте сравним. Сейчас используется рубашка, огневое превосходство. Обойма увеличена. Не-не-не-не, я ставлю. Просто заберем это снаряжение и все. Отлично. Так. Опа. Как же здесь, друзья, уровни оформлены красиво, просто замечательно. Деньги, деньги забери. Ну, а вот. Давайте немножко опять осмотримся. Все-таки интересно здесь находиться. Ага, это у нас автомат чинит. Вообще нам надо туда, но можно еще побегать. Это соли. Туалет. А здесь... Так, ага. Голософон. Так, все. Давай. Она нам просто так деньги дает. Клево. Здесь закрыто и там. Ну, значит, направляемся. Куда нам показывают. Сумка не открывается. Привет. Надеюсь, он меня не заподозрит все-таки. Annabelle, it's me, Esther. Oh, no, I'm not Annabelle. Are you sure? My name is Elizabeth. Do I know you? Elizabeth? Isn't that a lovely name? That was odd. Last customer. Park's closing. Park's closing, everyone. Отлично. Excuse me. Значит, успеваем. Так, так, так. Думаю, надо торопиться. О! Она не похожа случайно? Ну, если только немного. Так, здесь ничего. А вот касса. Позвонить в колокол. Two tickets for passage to the First Lady Airship. Yeah, just a minute, friend. Yeah, I have it. How do you want to proceed? In a bit of a rush, pal. Hey, mister, you're gonna get mustard over your nice suit. I got it. I'll ring you back once the matter's in hand. I don't like this. Yeah, send in the bird. We're ready to execute. Спросить билеты. Не будем доставать оружие. Certainly, sir. Sorry about the wait. Ой-ой-ой. Get the girl. Засада. Эх, если бы я знал, я бы оружие достал. Так кого вообще убирать-то здесь? Так, отлично, этих все-таки мы убрали. Я думал, засада будет жестче. О, дробовик. Вот это ништяк. А где у нас пистолет, я не понял. Не понял. А реально, куда делся пистолет? То есть это заменилось, что ли? Вау, вот это мощь. Не, ну это, конечно, прикольно. Но... Что, только два оружия, что ли, можно носить? Это мне не нравится. Ну? А, так. Меняем, в общем. Да, пока так я побегаю, без... Не надо мне никаких дробовиков. Не отставайте от Элизабет. О! Так, дробовик. Чего себе? Давайте-ка обыщем здесь все. Ага. Так, хорошо. Блин, я надеюсь, это прокачивается как-то вообще.
количество оружий, которые можно с собой брать. Потому что всего лишь два, это не очень. Потеряли мы ее. А, вот она. Давайте направляемся к ней. Эй, come back here! Тянем рычаг. You killed those people. Elizabeth. You're a monster. What did you think was going to happen? What? Do you understand the expense? Ты понимаешь, сколько времени и сил надо, что они тебя оставили? Так, думаешь, они просто так тебя отпустят? Ты для них капиталовложение. И пока ты не уберешься отсюда куда подальше, тебя в покое не оставят. А что? Что им от меня нужно? Не знаю, но в следующий раз я точно буду стрелять первым. Отведите Элизабет к дирижаблю первой леди. Попробую доставать себе лекарства, если будет совсем плохо, сделаю все, чтобы ты не умер. Это будет интересно. Так, а где у нас этот дирижабль? Еще далеко до него? Так, ну что ж, друзья. Думаю, будем мы направляться к этому дирижаблю в следующей серии. Спасибо вам за то, что смотрели. Подписывайтесь на канал, чтобы смотреть новые прохождения и вообще увидеть продолжение этой игры. Лайкайте видео, комментируйте обязательно. И всем до встречи. Пока!